Здравствуйте, мы тоже хотели присоединиться к поздравлениям Mambo Tribe с десятилетием. Мы помним Виктора еще, когда он пришел к нам после года основания нашей школы, это где-то в 99 году. Он нам помог очень сильно с продвижением сальсы, в самое первое время, как он начал к нам приходить, потому что где-то в 2000 году он создал первый сайт в России под названием salsaviva.narod.ru. На первом конгрессе уже в 2001 году он работал сайт и служил долгое время. Спасибо ему большое. И где-то в 2007, да, по-моему, это один из первых форумов был, кстати, на котором люди общались, о сальсе говорили. Да, так что я думаю, что создавая вот такой более общий сайт mambotribe.org, он создал уже более масштабное мероприятие. Так что еще раз поздравляем с юбилеем. Feliz aniversario! С днем рождения, Виктор!